Вот такое у нас получилось второе отделение нашего концерта. Но, наверное, все-таки это будет не совсем справедливо, если мы вот так возьмем, оборвемся и закончим. Мне очень хотелось бы сейчас пригласить на эту сцену педагогов и сотрудников ансамбля «Школьные годы», которые сегодня работают с этими детьми и сегодня работают с этим коллективом. Концертмейстера нашего ансамбля Светлана Борисовна Полякова. Светлана Борисовна больше 30 лет работает в ансамбле «Школьные годы». Прошу, Светлана Борисовна, выходите. Светлана Борисовна, выходите, пожалуйста. Концертмейстер нашего коллектива Наталья Петровна Цыбышева. Очень важно, что мы имеем возможность, имеем такое счастье работать с живой музыкой, потому что это очень важно для воспитания ушек детей, очень важно для того, чтобы дети воспитывались на живой музыке. Это очень полезно. Очень хочется пригласить на эту сцену человека, без которого, наверное, ничего бы этого тоже не получилось. Нам очень повезло. У нас есть хозяйка костюмерной. Говорят, костюмер, а у нас хозяйка костюмерной. Ольга Владимировна Сапожникова. Очень много из тех костюмов и того реквизита, который вы сегодня видели, сделаны ее руками. Большое спасибо. И наши педагоги. Анна Анатольевна Елина. Педагог студии начальной хореографической подготовки «Дошкаленок» и младшая группа ансамбля «Школьные годы». Педагог мальчиков Геннадий Дмитриевич Карев. Педагог средней и старшей групп девочек Ангелина Владимировна Черепанова. Балетмейстер ансамбля Анастасия Александровна Ковалева. И художественный руководитель ансамбля «Школьные годы», педагог студии начальной хореографической подготовки «Дошкаленок» и младшая группа девочек Анна Павловна Авшалумова. Огромное спасибо всем педагогам, всем сотрудникам ансамбля, потому что мы работаем вместе, такой командой, последние 5 лет, и можем совершенно уверенно и твердо говорить, что люди работают из любви к тому делу, которым занимаются. Большое вам спасибо. Без вас ничего бы не получилось. Спасибо вам огромное. А я хотела бы представить наш вечный двигатель, наш директор Сергей Авшалумов. Я хотел бы предоставить слово, меня просили предоставить слово выпускнице ансамбля, которые в первом отделении танцевали. Они где-то за кулисами, я не знаю, что они готовят. Выпускница ансамбля «Школьные годы», которые сегодня были на этой сцене. Сегодня праздник грандиозный. Собралась в зале вся семья. И в этот день особый спешим поздравить вас, друзья. Стоим на этой сцене, мы выпускницы прошлых лет. А начиналось все когда-то, когда нам было по 5 лет. Сначала были репетиции. Мы долго ждали первый наш концерт. Потом все больше, интересней. И танцы стали жизнью на много-много лет. Заглянем в зал, и сколько лиц. Родных, любимых и хороших. Вы подарили нам друзей, и эта дружба нам всего дороже. Не стоит забывать о тех, кто воспитал нас в мире танца. Они дарили нам любовь и не давали расслабляться. Как много сделано, и сколько еще планов. Желаем их исполнить все сполна. И скажем прямо, в сердце не тая, вы светите для нас, как путеводная звезда. Все в мире крутится, нетленны остаются лишь звезды. И у избранных должна быть своя личная звезда. И мы вам желаем, чтобы на небосводе всегда сияла звезда под названием «Школьные годы». С праздником вас!
все по-настоящему, настоящий сертификат. Спасибо большое. И еще я хотел пригласить на эту сцену родителей ансамбля «Школьные годы», которые тоже просили слова. Дорогие наши, любимые, уважаемые педагоги, сегодня мы в порыве нежных чувств вас поздравляем и желаем хранить традиции, расти, цвести, как радуга на небе расцветает. Ансамбль 55 лет знал труд, упорство, вдохновение, терпение и радость от побед, и творчество, и трудности, и преодоления. И вот итог. Вы нам сердца смогли встревожить, воспламенить к высокому любовь. Пусть все хорошее, что дарите вы людям, вернется в щедрости своей к вам вновь и вновь. Примите, пожалуйста, от родителей, от всех зрителей ансамбля «Школьные годы» наш подарок. Спасибо большое, спасибо за эти добрые слова, спасибо, уважаемые педагоги. Ну, как вы уже поняли, по гулу за кулисами, наш вечер еще не закончился, и я хотел бы пригласить на сцену юбиляра. Лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии Всеобщей конфедерации профсоюзов, лауреат Всероссийских всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов, образцовый самодеятельный коллектив, народный хореографический ансамбль «Школьные годы». Вот и подошел к концу наш сегодняшний праздник. Но у нас остался еще один сюрприз. Детки, пожалуйста, останьтесь на сцене. Остался еще один сюрприз от родителей, которые подготовили для детей ансамбля «Школьные годы» специальные памятные подарки, которые делали к 55-летию. Я прошу родителей выйти на сцену и вручить эти подарки.
Уважаемые зрители, большое вам спасибо за внимание. На этом наш сегодняшний концерт окончен. Если кто-то хочет подарить детям цветы, пожалуйста. Пожалуйста, проходите на сцену, подарите детям цветы. Мы будем рады видеть вас на наших следующих концертах. А сегодня спасибо за внимание.